Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть партию на последнем уровне сложности на божестве в Sid Meier's Civilization 6 за Арабскую Империю. Ну а если не продолжаете, а случайно наткнулись на это видео, то, конечно же, перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. А мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку. Ну что ж, новое время и темные века у нас в новом времени. Давайте смотреть. Торговые пути. У нас уже практически все проложено. По-моему, у нас во всех городах есть торговые, как их, посты. Так что это бессмысленно. Каждый уничтоженный в бою корпус, кроме варваров. Я не думаю, что я с наземными буду. Уничтожение морского юнита, кроме варваров, это прибавляет... О, и плюс 3... К чуду природы. Кстати, вот это может быть... Ну, то, что я буду морские юниты бить, это точно. Давайте, наверное, здесь живут драконы возьмем. Тут вон у нас есть корабли уже, как минимум. Например, попробуем... Так, давайте исцеляется на дружественной территории. Вот это... Или эту... А, не добивается. Ладно, давайте вот эту. Опа! Получили! Так, это исторические места, это нам археологический музей надо строить. Нобелевскую премию мира без меня, естественно, прошла. Занзибар, естественная история. И броненосец создать. Не знаю, Сингапур как-то союзить не особо интересно. Честно говоря. Так, что этим рабочим? Давайте здесь, наверное, ферму. Давайте вот эту рыбу мы Багдаду передадим. Надо было сразу, кстати, передавать. И пойдем обработаем. Так, покупаем клетку с крабом. Обрабатываем. Тут каравеллу. Так, давайте глянем, что у нас здесь. Ну, тут проплыть можно. Здесь, наверное, давайте просто вперед поплывем открывать территорию. Этим капером вот поплывем что-нибудь тут пограбить. Так, вот этими каравеллами, наверное, сюда поплыву. В ремонт. Ой, тут нас убивают капер. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, убегаем, мы это все в ремонт отправляем. Так, нечего здесь грабить, к сожалению. Ну, тут, если захватят этого поселенца, мне пофигу. Тут, сука, миссионеров плывет обращать все любое. Так, это у нас нахищение технологий, стандартизацию тырим. Здесь угольная электростанция завершена, еда, производство, город растет все равно медленно, еды особо нет, и взять ее, кстати, неоткуда уже. Вообще, можно было бы, на самом деле, надо бы выйти в пригороды, я вот думаю, что вот здесь, например, пригород, ну, на плюс, ну, там можно продуктовый магазин будет построить, а, ну, в любом случае, биржа пока. В Медине строителя. Ну, давайте биржу продолжим. Так, а что я сейчас открыл? Естественную историю. А, аквапарк я могу строить. Да, надо будет поделать. Уничтожение прошлых эпох. Так, ну давайте пока у первый балет. На что я тут могу... А, подождите, а, естественно, история в охрану природы. Давайте пока... Хотя нет, давайте охрану природы. Потому что у первый балет я могу быстро открыть, забыть про нее. Будь здорова. Так, либерализм, вассалы. Будь здорова. О, а тут вот...
Так, жадные бароны, 22 производства, но минус 20 счастья. Это хреново. А тут коллективизация 17 еды, 20 производства и 20 жилья. Ну, жилье мне, прямо скажем, не особо нужно. А, в принципе, очки великих людей накапливаются на 50% медленнее, но я могу веру использовать для покупки. Тут все равно явно меня обгоняют компьютеры. Вот коллективизация мне нравится, эта карточка. Вопрос только вместо... Я могу только вместо вот этой... Придется ремесленников, видимо, убрать. То есть это мы меняем шило на мыло, но тут хотя бы еда еще добавится. Блин, мне бы вообще сменить правительство. Может, мне монархию взять? Теократию я не могу, потому что я ее уже брал, будет анархия. Если кто не в курсе, если у вас было какое-то правительство, потом вы взяли другое, а потом вернулись к тому, что было, у вас будет анархия. До демократии, коммунизма и фашизма еще очень... Но мне с монархией придется довольно долго, получается, быть. Блин, тут еще очень далеко. Ну, то есть я убираю... Ну, мне надо карточку такую нормальную поставить, но я, получается, убираю 10% и 15%. Ну, вообще, районы я уже практически все построил. 50%... Вот, но вот эти бонусы от монархии мне вообще никак не работают. 50% очков влияния. То есть что? Плюс... Сколько? Плюс 2 добавится, что ли? Жилье от уровня стен нафиг надо. И два мирового влияния. Что, в торговой республике оставаться? Черт. Просто, ну, бонусы монархии. То есть я хотел взять монархию только ради того, что тут вот два любых курса, да? Но у меня уйдет тогда какой? Уйдет универсальный. Ну, мне, в принципе, универсальный-то и не нужен. Вот и вот эти плюс 2 влияния, мне ну нафиг, я бы макиавелизм оставил. Вместо универсального 2 военных. То есть я ремесленников сюда перебрасываю, например. И коллективизацию. Блин, мне кажется, все-таки надо монархию брать. Именно вот из-за этих карточек. Проблема в том, что она теперь надолго у меня. И я не смогу ни в какие вот эти вернуться. Так, значит, коллективизация. Сейчас еще проверю. Ну, все-таки писание надо, бонусы. Потому что это дает, напоминаю, у нас трудовая дисциплина. Это еще и производство. То есть это 16 производства еще сверху добавляет. Да, пожалуй, так. Бродвей построили, буря фиг знает где. Ну, покажу вам пока мини-карту, свою рожу уберу. Кстати, надо бы... Блин, я давно хотел в Таиф отправить миссионера и что-то забил на это. Надо последний город обратить. Правда, это целый миссионер. А куда мне потом их... Еще два заряда куда девать? Но он сам с собой не обратится. Так, новые районы построят культурный захват. Ну, давайте за себя проголосуем. Тут явно это не пройдет. 20% тоже за себя. Но это тоже не пройдет. 2 очка дипломатической победы. За себя и всемирная выставка. Вот это я смогу выполнить, надеюсь. О! Прошло культурный захват, но я про там не так много районов строю, но тем не менее. Так, неизвестный игрок и всемирная выставка. Общевойсковую бригаду похитили, бабло похитили, зашибись. Так, ну вот здесь, например, видите, я кампус построю, вот захват вот этих клеток произойдет, тоже неплохо. Почему нет? Так, вербовка партизан, фабриковать скандал, контрразведка. Ну, фабриковать скандал, это, кстати, для... Давайте попробуем, и в ГГшке буду перебрасывать. Так, тут тырим. Техи.
Из Каира продолжаем на еду пускать. Ну, все вроде растут. Так что да. Вылечилась каравелка. Так, ну мне надо сейчас искать корабли, чтобы прокачиваться на них. Очки эпохи, я имею в виду, получать. О, сколько тут у нас караванщиков и всяких юнитов. Так, тут надо, не знаю, что тут вот фрегаты. Но они вроде тут стоят на месте. Вообще надо сплавать их убить. Я так думаю. Что-то тут... Гавань, кстати, можно плыть, грабить. Так, это сингапурский, у нас с ним войны нету. А вот с Волином есть, можно покачать немного корабли. Тут я не вижу, чтобы можно было что-то разграбить. Ну, сейчас тут рыбацкое судно, конечно. Ну, жемчуг, по-моему, веру даст при разграблении. Надо ли мне это? Надо пока так встану. Какой-то проплыв такой маленький между Китаем и... Так, пойдем, наверное, вот эту рыбу обрабатывать. Мекка, храм, синагогу покупаем, верфь строим. Думьят, строитель. Можно райончик какой-нибудь бахнуть. Кампус есть, священное место есть. То есть это все по максимуму. А, я хотел аквапарк. Это вот прям 100%. Давайте подумаем... Тут или тут. Он работает в радиусе 9 клеток. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6, 7, 8. 8. 6, 7, 8. Ага, до Каира тогда не дотягивается. Хорошо, а если здесь, то дотянусь ли до Дамаска? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да. Тогда вот сюда ставим. Мне довольство точно надо поднимать. Фабрика готова. Угольная на 18? Тут соседство 9? Дамба, акведук. Подожди, за счет чего тут 9? Я что-то не пойму. Так 6 же. Шесть. Почему тут 18 за соседство? Что-то я не догоняю. За счет чего тут 18? От соседней каменоломни 1. От двух соседних клеток с районами 1. От правительственной площади. От какой правительственной площади? Это Сана, да? Вот же правительственная площадь. Почему здесь правительственная площадь плюс 1? Акведук, бани, канал. Какой канал? Акведук. Не, подождите, это просто... Нет, подождите, это просто описание зоны. Это не те, которые сейчас плюс 2. Это просто описывает, от чего он получает соседство. Это не описание вот этого плюс 18. А, ну, то есть тут плюс 6, понятно, 12. Но он откуда-то еще 6 производства получает.
А, это, видимо, вот эта фигня. Плюс, да, плюс, да, вот, под почему 18, все, сорян. Ну, надо же выяснить. Надо выяснить, да. Черная карточка еще добавляет плюс 100. То есть 6, потом плюс 6 ремесленники, и плюс 6 это черная карточка. Теперь все стало на свои места. Ну да, конечно, угольную фабрику. Сейчас мы тут производство раскочегарим. Ой, блин, а можно только ко мне вот эта буря не придет? По зязе. Нет, Виктора нейтрализовали в джиде. Сволочи! Странно, и Виктор сразу ждет назначения? Так, строители... Ну, тут я ничего не меняю. Мне тут все надо. Нет, значит, ошибка, что было. Ну, Амани назначим. А почему меня Амани ждет назначить? А, это я могу принять какой-то. Давайте, кстати, Амани вот в этот, в Таиф. Блин, прошлым ходом хотел купить миссионера и опять забыл. Ну, не может же ничего распространиться, да? Тут очень медленно. Так что давайте, где у нас тут поближе миссионера можно купить. Так, фрегаты тут стоят, да? Нет, что-то не видно, куда-то поплыли. Блин, не хватает. А, нельзя китайские эти грабить, жаль. Я бы пограбил. Шоколадные холмы, плюс 3, кстати. За счет открытия чуда. Плюс 3 сразу к счету эпохи. Так что это я классное взял. Я думаю, сейчас Каравелла зажопит все-таки этого поселенца. Пограбить нечего. Ну, то есть есть что, но оно все под защитой фортов. От здоровья. Ладно, следующим ходом пограблю. Ну, флотоводец хай плавает. Ладно, проплывем мимо капера пока. Я хочу найти другие цивилизации, чтобы уже и войну всем объявить, и кругосветочку сделать. Буря утихает. Блин, почему даже трибушет даже на море не могу нормальный урон нанести? Ладно, поплывем дальше. Вообще, мне бы, может, так не распылять свои силы. Часть точно надо дома оставлять. Так, хотел... Какую ГГшку я хочу? Антананариву 2% за каждого великого человека дает к культуре. Блин, может мне дождаться найти какую-нибудь научную ГГшку пока? Давайте я пока продолжу здесь прокачивать. Биржа в столице, Каир. Ну, тут, видимо... А что я хотел? А, пригороды. Давайте, наверное, уже гранты тогда делать. Пока. Может, мне, кстати, пингалу в джиду пересадить? Ну, вырастет ли Медина тогда до 13? Тут довольство уйдет. Сколько нам дают довольство зал приемов? Ну, в смысле, губернатор от зала приемов
Плюс 2. Ну, то есть тут 0 довольства, по идее, должна до 13 вырасти. Просто, ну, пингала в джиде лучше работать будет. Не хочу в Дамаск сажать, потому что там он именно слян хорош. Потом Виктора. Так, давайте сменим назначение в джиду. Театральная площадь в Алеппо. Ну, археологический я уже и так открыл, поэтому, наверное, давайте художественный построим. Ой, я могу урбанизацию открывать. Давайте художественный. Я еще где-нибудь театралку построю, это понятное дело. А, подожди, я еще амфитеатр должен сначала. Так, ну и тут тогда пока исследовательские. Но я в два раза меньше получаю. О, блин, тут уже 100%. Так, а там никто совершенно случайно... А мне будет неизвестный игрок показываться? Ну, вроде не видно, чтобы кто-то вообще ракет... Но я не уверен, правда, что неизвестный игрок показывает, вышел, не вышел в ракетостроение. Поэтому... Не буду утверждать, что так и есть. Так, Думьят. Практически все обработано. Ну, наконец-то я уже хотя бы почти все рыбацкие лодки обработал. Византия осудила инков. Значит, у нас инки еще есть в игре. Отлично. Инки, Швеция, Япония, союз с инками. Ну да, Китаем. Вот, а там, слава богу, не убили каравеллу мне. Компьютеры добыты, стандартизация добыта. Вау. Хорошо, шпионы работают. То есть я могу уже в линейную пехоту Неаполь зря открывал. Давайте, наверное, сначала стандартизацию, а потом уже канализацию и химию. Так, этот у нас хищение технологий. А, хищение средств прокачаем. А вот еще кораблик, который хочет умереть. Еще очко эпохи. Хотя я могу попробовать... Не, следующим ходом, если он тут будет стоять, могу попробовать украсть этого рабочего. Ну, исследовательские гранты тут. Нечего тут что-либо другое строить. В Кахойке отправляем это для того... А, у нас уже не работает этот бонус, да. Жаль. Хороший бонус был. Много денег давал. Есть амфитеатр, художка. Есть фабрика угольная, плюс 18. Надо строить. Пока это... Черная карточка у нас работает. Так, миссионер у нас сюда едет. Вот, видели, добавились, все добавилось. Так, давайте мы купим здесь в Дамаске рабочего. В Дамаске, потому что лян это дополнительный заряд, и отправим, собственно, вот эти клетки тут обрабатывать. У нас пантеон все-таки на это дело. К сожалению, не можем этот караван разграбить. Ну, там, наверное, какой-то золотой век, который защиту дает. Нет, нету. А почему? А, тогда, наверное, Могадиша. Он союзник Могадиша. Ваши торговые юниты получают неуязвимость к грабежам на водных клетках. Так, ну давайте. Так, и валим. Жалко, что только здоровье дает. Слушайте, а он тоже обстреливает.
А тут все разграблено. Ладно, поехали лечиться. Блин, этот капер меня преследует. Это пираты, которые хотят отобрать добычу. Блин, тут вообще до кругосветки еще очень далеко. Так, раз, два, три. Это в четвертом радиусе. Можно не обрабатывать. Два заряда, да, осталось. Но надо вот эту рыбу обработать. Ладно, поехали к рыбе. Так, тут продолжаем тырить. Двигатель ВС. Подождите, а другие шпионы что делают? Деньги. Аквапарк. Колесо обозрения. Вот аквариум. Видите, бонус к довольству на все города в пределах 9 клеток. И плюс науку за каждую клетку с прибрежным ресурсом, кораблекрушением и рифом в этом городе. Но у нас тут всего даже 2 ресурса, но тем не менее, все равно хорошо будет. Угольная. Наверное, банк. Кампус готов, библиотеку покупаем, медресе строим. А священное место в итоге... Блин, ну я не хочу эти вырубать леса, но священное место тут надо строить. Блин, мне надо после химии лететь в компьютеры. Через авиацию, чудо света промышленной эпохи, национальный парк. 7 ходов уже первое затопление будет. Кажется, я слишком долго тормозил с обработкой рыб. Но как так города стоят, что пришлось бы много денег тратить. Слушайте, а где у нас ГЭСы? Фига ты меня ударил больно. Какашка какая китайская. Капитализм ускорили. А, в электричестве, собственно. Ну вот нам надо будет туда идти. Так, хищение технологий, хищение средств. Авиация. Крадем авиацию, и не нужно нам чудо промышленной эпохи будет. Может стырить? Ладно. Это мне не помешает проатаковать юнит. За убийство корпуса мне даже 2 очка эпохи дадут. За мое... как его? Наследие, как он называется? Как эта фигня называется? Эффекты эпохи за то, что я корпус убил морской. Пойдем попробуем с фрегатиками разобраться. Так, строитель плывет сюда. Этот строитель плывет сюда. А, блин, тут уже... Значит, раз, два... А, так эта рыба не работает. Тогда этот строитель плывет дальше вниз, я так думаю. Так, здесь треугольничек добиваем. А посмотрите, что все клетки нормально обрабатываются, что они в радиусе 3 клеток. Если где-то в 4, то можно другому городу передать. Ну, например, вот эту клетку, хотя она бессмысленна, но тут вдруг какой-нибудь район можно будет поставить. Ну, все остальное норм вроде. Ух ты, Германия. Нет, ненавижу с вами всеми знакомиться. Давайте глянем 169. Ну, Германия не лидер по науке.
Но вообще ни в чем особо не лидер. К сожалению, внезапная война. Только встретили, сразу войну убили. Это реально внезапная война. Биржа. Ну. Ну, через 5 ходов какой-то район можно будет строить. Точнее, не какой-то, а промышленный мы будем строить. Так что пока исследовательские гранты. Виктора, как я и сказал, в Медину пересаживаем. Капитализм. Бонус стремления это называется. Бонус стремления. Урбанизацию открываем, стандартизацию открываем. Стандартизация даст плюс 1 пищу за соседнюю ферму, пастбище плюс к производству. Пастбищ у меня не особо, по-моему, много. Но все равно приятно. А что так больно? Это военный лагерь так обстрелял. Так, вышли в стандартизацию, украли деньги. Продуктовый рынок, но у нас, правда... Продуктовый рынок-то открыт, а район у нас открыт? Нет, только следующим ходом откроется. Отлично, пластмассы ускорили. Так, сфабриковать скандал. Ну, давайте ракетостроение возьмем пока. Продолжаем исследовательские гранты. Исследовательские гранты. Ага, вот тут 10. Тут можно ставить священное место. Кстати, тут можно вполне еще одну курган Кахоки как раз оформить. Еще один. Нормально тут вообще. Таиф, конечно, такой город мощный. Жирненький. Так, где тут наши фрегатики, морские акробатики? Куда-то свалили. Так, с Могадишо мы воюем. Я уже практически набил на нормальный век. Опа. Так, а с Сингапуром мы не воюем. Так что добиваем вот эту кобана. Так, а что-то я не получил очки сейчас за убийство корпуса. Значит, нет, не дают. И Могадишо фрегат. Возможно, конечно, я зря так туда ломанулся. Будет ли там проплыв сверху Японии? Единственный шанс кругосветку сделать. Кахоки, Занзибар. Ну, мне кажется, нету смысла пока в эти. Мне вот эти два... Две ГГшки нормально очень для меня работают.
Я все-таки надеюсь найти научный город-государство. Ой, Ухань, я бы его плывал, конечно. О, Нубия. Еще одна цивилизация. 232. Неужели Нубия лидер по науке? Испания и Маури никакие. У меня 202. Так, перекупили у меня какую-то ГГшку. Занзибар. И он мне войну сразу объявил. Ну, я бы, наверное, боролся за него. Пригороды с престижем потрясающий. Ничего не интересно. Так, кто мне перекупил Занзибар мне вот? Шотландец. Я не понимаю, почему мне не открывается территория Занзибара. Что за глюк? Из-за чего? Так, я должен Эфиопии войну объявить. Только сейчас обратил внимание на ее обруч, как будто это она мне дизлайк поставила такой вниз, типа. Интересно, где у нас все эти ребята? Ну, так что, Нубия на втором месте. Значит, у нас еще из четырех, точно я знаю, Инки и Швеция есть. Но вряд ли Инки или Швеция могут быть впереди по науке вот так. Так, кто у нас, у кого вообще дофига науки? Кто дальше меня вот находится? То есть, в принципе, вот здесь только три пока. А мониторы Нубия, Япония и Зулусы. Короче, у них проверяем, ракетостроение не открыто. Не открыто. Открыто. Оп-оп-оп. Ну, мне в ракета... Ну, мне надо сначала обезопасить затопление, а потом в ракетостроение идти. Хотя я смотрел вначале, что мне не так много затапливается, но все равно. Все равно. Медина, один ход. 113 жителей. Есть верфь. Тут можно райончик поставить. Ну, видимо, промышленную зону. Тут можно театралку. О, на плюс 2. Слушайте, может реально вырубить вот этот рис? Давайте я куплю в Дамаске еще раз еще одного строителя. Плюс я тут, наверное, верфь куплю сразу. А что, деньги есть. А здесь тогда... Он же за один ход это все уберет. Нет, он только придет сюда. Значит, на два хода тут что-то можно построить. О, как раз банк. Блин, тут так только зайти. Черт, ну пошли. Тогда этим, наверное, сюда. Этим я бы тут бы стоял, просто контролировал, опять же, проплыв. Этим мы пытаемся вернуться и отремонтироваться. Блин, почему ж я лидера не могу встретить никак? Бы странно. Цивилизация, которая впереди, где-то прячется. О, караванчик. Сейчас мы его попробуем пограбить. Срыв ракетостроения. Скандал. Ну, я не вижу город-государства, куда бы я хотел
отправить. Так что продолжаем похищать. Тут аквариум. Ну вот, видите, кампус на плюс один здесь строится. Или здесь ставить. То есть у меня выбор, либо поставить кампус, например, сюда и сюда освещать. Наверное, все-таки сюда, тут быстрее затопится. Видите, первой и второй волной, а тут третий и никакой. Или сначала... Не, давайте кампус. Производство я тут хоть какое-то уже сделал. Тут у нас будет священочка. Ничего не меняем. Художественный музей нам еще нужен будет. Кстати, насчет потрясающе престижного пригорода. Я где-нибудь могу его поставить? 4-3. Притягивающий. То есть это когда 6 у нас, да, потрясающе престижный. Что-то сомнение, честно говоря. Везде только 5. О, да, на месте оленей. Ну, наверное, так и надо. Сейчас в Каире проверю, но я думаю, тут не будет, да. Ну, я бы оленей собрал, конечно. Поэтому давайте... Куплю строителей. Сколько тут ходов? Что-то долго будет идти, но тем не менее. Ой, схимия сейчас откроется еще. Сейчас мы ломанем лабы. Че ты, каперу? Че вы, блин? Я ж вам войну объявляю, у меня челлендж такой. Что сразу убивать меня, не понимаю. Нет, поймали. Я говорю, шпионов не могу. Не могу их торговать, выторговывать обратно, потому что это для этого мир должен быть. Блин, субмарина, нет. Мне кажется, хана этому каперу. А, во где Нубия. Ничего себе. А вообще кто-нибудь воюет с кем-нибудь, кроме... Так, Нубия с неизвестным воюет. Ну это прикол. Чё за дружочки-пирожочки у меня в партии? Только я со всеми воюю единственный. Нашли, на кого напасть, и получить очки эпохи. Ты ну что, починили гавань? Нет. А что тогда появляется? Какого хрена переносят туда флотоводца? Так, капером валим отсюда. Художественный музей есть.
Там 4 хода, чувак, будет. Канализация не нужна, я пригород. Познавайте водяную мельницу, наверное. Пока. Священное место, святилище. Медресе завершено. Ну, Зараби, еще раз повторю, без комбо священного места с кампусом не то. Тем более, что священное место вообще всему 10%. Ну, не священное место само, а, повторяю, здание третье. Всему плюс 10% дает. Посмотрите, я уже второй по науке, но я, правда, еще лидера не встретил. Но я практически уже разогнал. Блин, проблема, что сейчас все это будет задано. Мне кажется, нету сейчас смысла ставить священное место, пока нету дамбы в городе. Вот и все. Поэтому что? Аквапарк, может, сделаем? Я бы, наверное, аквапарк поставил. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, он, короче... На этот город и так этот аквапарк будет влиять, поэтому тут уже без разницы, куда ставить. Тут чисто одно здание мы построим. Просто, чтобы довольство в Таифе было. Так, Пингало в Джиди сел. Виктор в Медине. Амани в Таифе. Отлично. Опера и балет ускорены. Блин, надо охрану природы отменить пока. Вражеский шпион сбежал. Видите, они чисто в Дамаск отправляют. Япония собор Василия Блаженного построила. Ах вы. Это же наш собор. Есть лабы. Так, давайте... Оперу и балет откроем. Возможно, я поставлю первого посла и куда-нибудь поотправляю караваны. Так, лабы. 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 О, как раз вовремя, между прочим, вырублю. Олени, по-моему, производство дают. Так, тут собираем... А что я тут в GD хотел ставить? Театралку, да? Ну, давайте, лабы. Этот рис идет в GD. Ну, тут и так уже дофига еды, и GD уже разъелась. Ну, мне достаточно. Так, после лабы театральную площадь. Ауч. Плывут линкоры. Фак. Это... Блин. А не должен же он ваншотать каравеллы вроде? Сейчас попробуем как-то собраться всей толпой. О, Майя. Вот Майя может быть лидером. 247. Смотрим. Нет, не Майя. Значит, остались Швеция, инки и еще кто-то. Ну, в любом случае. Майи мы объявляем войну. О! Митла. Так. Сейчас мы поставим точно в митлу. А что я хотел? А, еще у меня есть шпион.
А может, его уже и нету? Есть на скандалы. Вот этого чувака он закончит, в метлу отправим на фабрикацию скандалов. О, получил. Нашел континент. Должен был получить за это. Слушайте, ну я вот тут реально выйду в героический век. Еще даже отсчета нету до конца века. Америка. Ой. Случайно нажал принять гостеприимство. Ну я только босс, я бы его и так открыл. Сорян. Это я специально нажимал гостеприимство, чтобы не открывать города. Чтобы мне было легко. Так, объявляем войну. Он даже в союзе с Китаем. Только странно, почему он меня не видел. 113, он тоже явно не лидер. Значит, лидер либо Швеция, либо инки получается. Это удивительно, честно говоря. Никогда их не воспринимал как научные цивилизации особо. Кстати, могу украсть поселок. Если кто не в курсе, что каперы крадут поселенцев, то вот, можете на это посмотреть. И рабочих тоже. Блин, и тут еще... Короче, этой каравелле тоже, видимо, хана. Я хочу синагогу добить, а потом уже лабы. Ну, чтобы плюс 10% получить. Недостаток жилья в Думьяте. Значит, на производство просто переключаемся. Интересно, где Митла вообще находится? Так, захватили поселенца у меня, я так понимаю. Ну, тот, который тут был. И убили капер мне. Минус капер. Блин, какая у всех армия огромная. Да вот из-за того, что я постоянно с ними в войне, мне кажется. Причем они, скорее всего, наземных наделали. Подрыв плотины. Нету ли у кого плотины? Из тех, кого я встретил, ну, увидел города. Не видно. Давайте в Магдебург. А, во, плотина, кстати. Ну, как всегда, в глаза подолбился немножечко. И нашел. Так, а что это у нас тут? Лесопилка разграблена. Ну, давайте починим. Так, я думаю, что нам тут надо отступать. Блин, еще и японский линкор. А у нас там флотоводцев не предусмотрено никаких. Дает 6 единиц лояльности. Нахрен мне такой флотоводец? Блин, 100% космической гонки. Ну, эту я набиваю. Кстати, я могу... Ну что, мне карточку убрать, которая снижает на 50%? Мне кажется, надо убить... Ну, это следующим ходом. Следующим ходом надо убирать, потому что мне надо больше очков ученых получать. Интересно, успею я...
до постройки. О, инки, только успели я всех встретить. Нет. Небольшая честь с вами познакомиться. Есть! Кругосветка. Ну, кстати, не первый. Не первый. А как я Антон инка встретил, что-то не пойму. Это ж не инка здесь. Ты Япония. А где я? Тут где-то этот бегает. Смотрите, у инка вообще со всеми хреновые отношения, кроме японца на союзе. Ну, по сравнению со мной, конечно, у всех хорошие отношения. Я просто удивлен, что он не воюет больше ни с кем. Ну что? Ну, инк-лидер, судя по всему, да? Блин, 400 науки вход. 327 культуры. Ну, 700 культуры у японца при этом. Ну, я хочу сказать, что... Что насчет ракетостроения? Тоже открыто, но... Значит, ракетостроение у нас было открыто только, по-моему, у Нубии. И у... Да, Нубия открыта, но космопорт не построен. И у Инка. Черт, опасненько. Так, синагогу покупаем, лабу строим. Капер субмарины уничтожили. Амани из Таифа выгнали. Только она, по-моему, прошлым ходом только приехала. Ничего себе. Так, ну я уже точно в героическом веке. Правда, заканчиваться он будет еще очень долго. Блин, ну надо атаковать этот линкор. Тут у меня собраны ребята, но я боюсь, что я потеряю какие-то каравеллы. С другой стороны, я могу апнуться в броненосцы. Так, значит, во-первых, я ставлю первого посла. Сейчас будем Митлу союзить. Во-вторых, коллективизацию убираю. И, наверное, скидка в золоте, мне надо броненосца какого-то сделать. Жалко, конечно, уголь тратить. Но тут... Хотя можно поатаковать немножко. Но не должен он ваншотать, по-моему. Блин, там еще один плывет, фак. Так, а тут как у нас японский? Вроде не плывет пока. Ладно. Так, собираем оленей. Да, производство, ты смотри. Так, и... Пригород. Потрясающе престижный. Дальше СМИ. Блин, мне радио надо открыть. Четыре хода. Митлу давайте союзить. Блин, 12 надо туда отправить. Может, зря. Не, ну это большой буст науки. Но, блин, сейчас туда будут еще кидать. А где она вообще находится? Ага, в окружении немца. Ну, сила нормальная. Я бы не сказал, что это так легко берется. Исследовательские гранты, потому что нам нужна вот эта вот женщина.
Кажется, минус капер. Надо разграбить, чтобы здоровье поправить. Кстати, можно постоять, подождать, когда растает. Блин, слушайте, 424 науки, это, конечно, круто. Это очень круто. Плюс у меня сейчас не будет электричества. Так, смотрим. Тут, видимо, минус какая-то каравелла. Офигительный ход британских кораблей. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Тот-то он убрал, ладно, этот зачем подвел? То есть он что, не видел 9 ходов до конца нового времени? Так. Ой, я не тем туда походил, блин. Я этим атаковать хотел. Блин, я бы убил этот фрегат. А, не фрегат, линкор. Йорд, побери. А, пошли краб себе. Ну, это его не обрабатывать, надо собирать. Денег даст. Так, давайте я вам мини-карту покажу, пока как выглядит. Еще и Китай на своем собственном континенте, оказывается. Очень странные континенты получились. О, подрыв плотины. Мое любимое задание для шпионов. Ну, нам Швецию осталось только встретить. Другое дело, я не сильно-то стремлюсь к этому. Потому что это очки эпохи даст. А я уже тут все насобирал. Давайте пока мастерскую, потом лабу. Блин, ну мы отстаем, короче, от инка. Чувак уже в эпохе атома. Я, правда, думаю, что в дальней связи, скорее всего. Но это не то чтобы сильно успокаивает. Так, мы должны ту чувиху на 100% выкупить. Так, Амани сажаем обратно в Таиф. Тут Майя тоже читает 6640. Ну, мы читаем научные, потом я буду, наверное, производственные читать. Но тут я что-то сомневаюсь, что нам фон Брауна выдадут. Блин, минус 8. Минус 5, короче, вход. Через 3 хода уголь у нас закончится.
с углем у нас тут, мягко говоря, не повезло. Блин, линкоры окружают со всех сторон. Может, валить уже тогда? Не, карта интересная сгенерировалась. Мне кажется, ничего так. Мастерская, лаба, давайте. Лаба есть. Монумент. Так, а где уже лабы построены? Строится в пригороде. Тут построено, да? Не, пускай найду пока. Тут еще будет строиться, тут строится, тут построено. Строится, построено. Я поставил на науку. Еще такое медресе, тут лаба строится. Ладно, так, 350 науки я уже выжил. 400 инки, 305 майя. Ну, мне в первую очередь надо просто космопорт построить для того, чтобы карту всю увидеть. Так. О, пошла жаришка. Япония Византии. Византия Инкам. Япония Нубии. Нубия Инкам. Очень хорошо, что инки в войне. Зашибись. Так, что с алюминием? О, как здорово у нас расположен алюминий. Так, это было срыв ракетостроения, сфабриковать скандал. Ну, давайте хищение шедевра, но я сейчас буду в Митлу отправлять, чтобы там убрать всех послов. Так, что тут по исследовательским грантам? 5800, ну, продолжаем. Театралочка. Амфитеатр, тут надо будет археологический музей сделать. Монумент. Ну, давайте исследовательские гранты. Медресе Лаба. Опа, я тут уже все обработал. Так, тут демоны окружают. Блин, ну надо этот... Так, пока арабский устаревший флот еще борется. Пойдем, наверное, вот этого крабика обработаем. Ауч, еще линкоры. Спасайся, кто может. Беги. Ну, там внизу, наверное, каравеллу все-таки убьют.
О, Сингапур все-таки кто-то засоюзил. Ну и ладно. Началось затопление. Так, морской порт можем строить и гидроэлектростанции. Но мы пока... Тут тоже ничего не меняем. Из СМИ в идеологии идем. А, тут надо через... А пушки мы не открыли, по-моему. Давайте пушки откроем. Ну, надо апнуться, чтобы быстрее открывалось. Один ход всего лишь и два хода. Тут просто уже пошло затопление. Блин, пять ходов. Не, слушайте, давайте компьютеры быстрее. Иначе у нас проблемы будут очень большие. Так, значит, этого мы отправляем в Митлу. Единственное... А, еще и баллония я нашел. О, ну давайте сначала в Митлу, потому что там дофига. А Болонию... У меня стоит первый? Да, стоит. Давайте я пока вот так сделаю. Ну, надо, надо. Я понимаю, что он там в союзе с другими войну мне объявил, но что поделать. Так, тут я возвращаю... Блин, или не возвращать пока коллективизацию... Блин, три хода, не. Пока не возвращаем коллективизацию. Ну, все равно что-то надо поставить. Жадные бароны, не, минус 20 счастья, это тяжеловато. Вот, все, давайте плюс 4 к силе. Тут. Наверное, плюс 2 влияния. А, ну и здесь этих А, закончились. Вассалы закончились. Блин. Тут у меня нормально такое. Ну, давайте тогда плюс 4 против иноверцев. Ну, это был очень хороший бонус у меня, к счастью. У меня сейчас минус... Ну, в каждом городе по одному несчастью, считайте. Вернулось. Куда тут сбежал? Ну уж я тебя не увидел, что ли? Петрюшка. А, я выполнил, да? Отлично. Смотрите, сколько ему районов поломало. Призвать губернатор. Ну давайте нейтрализуем. Потом я... Немец не особо мне тут соперник. Но всегда приятно пакость сделать. О. Но растаяло не то, что я хотел. Что-то вот это место не растаяло. Давайте Пенгалу на гранты повысим. А я надеюсь, там я, где Пенгала сидит, читаю проекты. А ни хрена, амфитеатр строю. Так, ну у Майя 1116. Но у меня больше веры. Я кто, ну, за деньги может купить, правда. Ну, Майя тоже конкурент. Кстати, почти ровно
Ну я, смотрите, я перегнал уже инков по количеству науки в ход. Два хода, пять. Ну, по идее, я следующим ходом выкупаю ее за веру. Давайте тоже исследовательские гранты проведем. Что насчет всемирной выставки? А по всемирной выставке, прикиньте, я тут... То есть они больше читают... Они больше читают на великих людей, чем я. Офигеть. Плюс 4 к боевой мощи против иноверцев имею. И плюс 4 это летусь, а плюс 8. Ну, давайте еще так обстреляем. Чтобы поменьше урона получить. Отлично. Ну а фиг ли он тут армиями. Она тут армиями плавает. Очень раздражает. И линкоры раздражают. Ой. А что это, караван бесхозный? Никому не нужный, видимо. Так, это Византия, да? Тебе, где же Швеция тогда, интересно? Ну, пока не буду отправлять. Еще лаба. Морской порт, промышленную... Ой, залучил что-то, нет? Ну, тут, мне кажется, промышленную зону нафиг надо строить. Давайте морской порт. Исследовательские гранты уже поздно в этом городе. Давайте гидроэлектростанцию. Вообще, там, где у нас дамбы стоят, мне надо везде гидроэлектростанции еще построить. Блин, довольство уходит. Ну вот это из-за того, что перестали вассалы работать. Нет, давайте тут пускай растет до 15. И минус по электричеству пошел. Ну, без пушек обойдемся, мне нужны дамбы. Жалко, Валетты нету в игре. А, вот и Швеция. Жалко, что, конечно, я сейчас встретил, а не в следующей эпохе. Но мы, как не первые, кто всех встретил. Так, морская плотина. Алюминий, заказник, три посла. Не знаю, кстати, зачем я охрану природы открыл. А, это я ускорил ее за счет... Блин, за счет чего я ускорил, я забыл. Я ж вроде вот в идеологии иду. Коммунизм. Ну что, покупаем. Там Япония явно заберет. 1500 тоже, ну плюс 100% в моем случае намного круче. Может, логистику все-таки почитать? Смотрим. Пять. Кстати, становлюсь сюзереном Болонии. Еще плюс 470 науки. А я хорош.
Тут обрабатывать уже вообще нечего. Ну, давайте вот эти леса, что ли. Это, кстати, не будет чиниться, потому что нету угля. Наконец-то в Митле фабрикуем скандал. Бедный поселенец. После, да, нам надо поставить во всех возможных городах строительство дамп-плотин. Есть промышленная зона на плюс 6. По-моему, это последний... А, нет, вон еще священное место. Так, значит, в Каире нафиг надо. В Медине не надо. Тут не надо, тут не надо. Вот, морская, 11 ходов. Блин, у меня как раз производство... Блин, а я не могу нигде военного инженера. Фак. А быстро оно утонет. А, ну все, тут даже можно не пытаться. Оно сейчас утонет. Короче, минус промышленная зона в Мекке просто. Так, вот здесь можно попробовать. А что я тут защищаю? А, ну вот этот кампус, да. Этот-то утонет, а вот кампус надо спасти. Так, а здесь что у нас топнет? Блин, алюминий. Да, тут тоже надо... Так, ну в Дамаске вообще производства нету. А чё так долго? Подождите, а почему в Дамаске так долго плотина строится, не пойму. 36 производства, 67. А разница в два раза. Тут почему-то два хода строится, тут 17. Как это? Почему 600 производства? Почему там 600 производства, а тут 120? Чего это зависит вообще? Это от количества затопляемых клеток, что ли? Я вот только сейчас... Хорошо, а если я вот так передам сюда эту клетку? Да, точняк. 14 ходов уже. Блин, я вот тут тогда зря от джиды вот эту клетку отдавал Дамаску. Ну блин, тут утонет кампус. Ну, неужели военный лагерь где-то надо строить? И военных инженеров побыстрее, а не клепать? Мне кажется, это долго. Ну то есть, я все равно не успею. Черт. А, да, я этот потрясающий престижный пригород построил, поэтому там ускорилось. Продуктовый рынок, морской порт. Тоже пищу дает. Плюс 2 золота на всех прибрежных клетках. Ну, давайте, наверное, сначала морской порт все-таки. И после компуктеров ракетостроение.
Нет, не меняю ничего. Уже надо типа аккуратнее деньги тратить. Неоткуда я уже кучу на содержание юнитов трачу. А биржи практически везде построены, электричества не так много, я поэтому сейчас буду страдать. И по деньгам, и по науке, видимо. Но хотя бы я уже на 100 науки опережаю этих ребят. Поймали финикийского шпиона. Ой, слушайте, я Швеции забыл войну объявить, сорян. Сейчас сделаю. Еще один супершпион. Ну чё, у нас всем объявлена война абсолютно на карте. Ни с кем не торговал, не мирился. Эйфелеву башню. Я хоть одно чудо вообще построил? Так, давайте посмотрим, нет ли у нас... Нет, ну вроде больше научных ГГшек, но хотя бы в союзе больше ни с кем нету. Так, значит, это у нас ждет постройки космопорта. Ну, фон Брауна явно Япония заберет. Всемирная выставка. Но я, скорее всего, третье место смогу занять. Что дадут? Ускорение одного социального института. Ну, такое. Так, похитить ракетостроение. Нету смысла, я его сейчас сам открою. Инков я не вижу, да? Давайте в Синдае попробуем опять. У нас тут нормально получалось воровать. Но я продолжу, попробую. Вдруг что-то накопится. Лаба завершена. Тоже логистика пока. Не, морской порт лучше. Исследовательские гранды в Джиде, потому что тут Пингало сидел. Ну давайте археологический теперь. Ну я получил того ученого, которого хотел. Слушайте, а давайте тут... Смотрите, тут 4 еды плюс, потому что райончики вокруг. Так, там никого мне не перекупили. Таруга появилась. Еще одна научная ГГшка есть на самом деле. Таруга. Но у меня, я думаю, что хватит митлы и... Блин, еще одного... Глупо. Чего не из Амани эту бедную из Таифа? Может посадить кого? В Таиф сидеть. Вообще надо, короче, космопорт строить. О, по чеку так первый проект запустил. И спутники он уже открыл. Fucking shit. Но мне по-любому спутники надо запускать. Никуда от этого не деться. Так, у нас 100 производства в столице больше всего, да? Да, надо в столице космопорт начинать делать. Ну, видимо, на пшенице вот здесь. Блин, тут и так минус, по идее, пошел. А, так плюс, ладно. Ну, тут космопорт только 2 клетки. Ну, на производственный не хочу. Давайте попробуем убрать все-таки пшеницу сначала.
Что-то рокеры. Кстати, у нас же там у Китая дофига культуры. Да не. Видишь, я так и не понимаю, откуда у Китая было и есть 800 культуры, например. Просто вообще не понимаю, откуда 800 культуры. То есть с таким количеством городов. Неужели китайская стена столько дает? Да не может быть. Ну, серьезно. 800 культуры. Он чей-то сюзерен, так, Шенгети культуру не дает. Нагасгаргаму не дает. Унца не дает. Могадишо тоже не дает. Волин не дает. Кумаси. Вот Кумаси, если только. Ваши торговые к любому городу государства плюс 2. Ну хорошо, но у него ну сколько? Ну 12 караванов, ну за каждый специализированный район. Ну в принципе, Кумаси можно так раскочегарить. Ауч. Возможно, минус каравелла. Ну, не можем мы тут в Мекке спасти. К сожалению. Так что морской порт. Слушай, а что я тут не начал морскую плотину строить? Ну, это все сейчас утонет следующим ходом. Можно не строить, короче. Хорошо, что я тут ничего на этих клетках не строил. Так, следующий проект у нас, по-моему, лунная экспедиция, да? Прям сразу туда идем. И нам два центра вещания, кстати, мы можем купить, наверное, просто. Один здесь, а второй здесь после окончания. Мобилизация. Блин, три корпуса даже не сделал. А я могу вообще их сделать-то? Раз, корпус, два. Ну, вообще-то могу. Только мне вот эту хрень надо апнуть в бомбарду. Так. Так. Итак, все, корпуса мы сделаем. Выжила, отлично. Я уже думал, все. Покеда. Ну, слушайте, она у нас... Ой, нет, блин, линкоры. Может, мне стали варенье открыть? Два линкора и... Мекку изи возьмут. Если чё. Так, мне надо сначала... Стали варенье. Чтобы оборону получить... Здесь делаем корпуса. Кстати, а пойдемте-ка мы... Эти вот бомбарды хорошо будут против кораблей работать. Так, раз корпус и два корпус... И три корпус. Фух. Тут
Давайте центр вещания 2 откроем для спутников. Значит, мобилизация, идеология. Да, до коммунизма далековато. Тут один ход в Каире пропускаем. Так, а нафига я в Думьяте все-таки строю? Я не, думаете, успею? Да вообще-то не должен, честно говоря. Черт. То есть минус еще. Ладно, давайте морской порт. Тут мы не успеваем. Да, вот отсутствие военного лагеря в данном случае. Блин, еще тут линкоры прутся. Но и тут линкоры. А я не могу ничего. У меня нет угля столько, чтобы в линкоры апаться. Так, что делаем? Просто на древнем деревянном флоте пытаемся что-то выехать. А вот где Швеция, тоже все топнет. Тут я наконец-то проплыть могу. Так, ну я думаю, что там фон Брауна Англия следующим ходом забирает. Ну, Англия, кстати, не жалко вообще. Так, я, наверное, не буду читать тут уже проекты. А, да, я тут откладываю. Забыл, я что тут космопорт хочу строить. Так, что здесь? Археолога надо. А, в Дамаске... Может, хотя бы... Давайте какие-то стены, пока достали варенье очень далеко еще. На всякий случай. Ну, тут, конечно... А что там, Япония уже с инками повоевала, что ли? Че она приплыла ко мне с линкорами? Ауч, нет. Просто уничтожил Мекку. Охренеть. Охренеть. Вот это я недооценил. Ну и мы входим в героический век. Причем с большими проблемами. У нас тут большие проблемы из-за линкоров. Даже не представляю, честно говоря, как... Проблема в том, что у меня нету... Ну, мне, наверное, надо самолеты делать. Мне надо выходить... Блин, минус Мекка. Блин. Надо выходить... Надо строить аэродромы. Получил ускорение для социального института какого-то. Для социальных сетей. Но это уже что буду выбирать дальше уже в следующей серии. Спонсоры канала могут ее поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных она выходит завтра. Большие проблемы у нас.
на данный момент. Минус офигительный город с офигительным кампусом просто. Тут еще топятся кампуса. И по улетанию у нас инк. Да, да. Ну, завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!